Ну что, всем доброе утречко. Давно не показывала свои тренировки, несмотря на то, что я их не показываю часто. Я занимаюсь в основном, просто не всегда вот в такой красивой форме, как сегодня, спортивной. Просто иногда я в обычных футболках занимаюсь, тренируюсь. Мне нравится очень тренироваться, мне нравится очень эта платформа FitStars. Кто еще не знает, вот на FitStars я тренируюсь, и у меня есть личный промокод на скидку аж 70%. Могу написать его в описании к этому видео. Всех агитирую заниматься на этой платформе, потому что она потрясающая. Там очень много тренировок, там около 1300 тренировок, и каждый месяц новинки. Мишка тоже. Я знаю, что он хочет, подошел. Да? Ну скажи, что ты хочешь? Он хочет, чтобы я ему на этой платформе включила их детские тренировки, они их тоже очень любят. Там тренировка для суперменов, да? Для супергероев. Вот сейчас включу тоже ему. А промокод вам оставлю в описании к видео. Кто у меня спрашивал очередной раз, можете пользоваться на здоровье. У меня, кстати, если заметили, последнее упражнение вроде кажется такое легкое, просто стоишь, ничего не делаешь, а на самом деле все прям тело тренируется, офигенно чувствуются ноги. Это на баланс, на равновесие было упражнение. Просто нужно пальчики в стороны и смотреть сначала глазами, а потом поворачивать голову. И так, чтобы тебя не шатало. Это очень сложно, особенно первые разы. Первый раз, когда я делала, у меня вообще трясло в разные стороны, я чуть ли не падала. Потом все-таки начала снимать кроссовки, потому что они у меня с такой подошвой, которая еще дополнительный баланс задает, поэтому в них вообще невозможно. Так, сейчас найду вам тренировки. О, новиночки разные появились тут. Убойное кардио. Пилатес я вот хочу попробовать. Тоже с Олей Дерендеевой, мне она очень нравится. А сейчас я делаю вот эту вот программу «Зарядки 2». Называется «Начинаем худеть». А, нет, нет, не «Зарядки 2», я вру. «Начинаем худеть» я делаю, а сейчас «Начинаем худеть 2». То есть у нее есть «Зарядки», «Зарядки 2». И «Начинаем худеть» и «Начинаем худеть 2». Вот мне очень нравится упражнение именно вот в этих программах. Для детей, вот. Оп. И сразу меня перелистнули вот. Вот тут две программы для тренировок для детей. От 3 до 8 лет. Но у нас Никита тоже, кстати, иногда делает с удовольствием, прям, хотя ему уже больше. Миш, любую тебя. Чудесное путешествие, волшебное превращение, зимние испытания, супер тренировка супергероев. Что тебе, какое включение? Приключения. Приключения? Отлично, это самое первое.
Еще вот эту, но если ты эту сделаешь, то можно и ту. Привет, мальчишки, девчонки, добро пожаловать в школу. Можешь Степу позвать, пусть он с тобой делает. Кто у меня настоящий супергерой? Миша. Такой довольный. Прямыми, Миш, прямыми. Как будто мельница. Руки в локоточки не сгибай. Наоборот, прямыми, Миш. Вот такие прям несгибаемые. Да. Назад теперь. Крутилки руками, говорит, называется упражнение. Как ногами, да? Ну так, ну-ка, покажи. Вот. Такой блинчик у Степы. Сердечко. Специально для Степы сделал. Даже два. Вот еще одно. Такое. Сейчас позавтракали. Сейчас читала комментарии во время завтрака к прямому эфиру. Очень многие написали, что мои детки шумные, что тяжело смотреть. А я рада, то, что они, когда играют, проявляют всякие эмоции, улыбаются, радуются, кричат, визжат, что-то обсуждают. Это здорово. Я предлагала, чтобы я ушла отсюда туда наверх, чтобы было потише. Ну, вроде написали, что все нормально, все слышно хорошо, поэтому я не ушла. Мам, я наугад скажу, во время Великой Отечественной войны московский зоопарк был закрыт для посетителей, верно или неверно? Я наугад чисто скажу, я думаю, что неверно. Ну, давай посмотрим. Неверно. Представляете, московский зоопарк во время Великой Отечественной войны работал, его посетили более 4 миллионов человек. Это мы играем в игру сейчас. Вот такая вот игра. Мы в нее очень редко играем, потому что мне не нравится, у нее очень сложные вопросы. Вот есть детские вопросы. Есть синенькие вопросы взрослые. Но дело в том, что даже детские вопросы я не знаю. Например, вот этот вопрос про зоопарк я тоже не знала. И иногда наугад отвечаю. Иногда тут вопросы связаны с каким-нибудь иностранным спортом. Например, там про бейсбольные карточки какие-нибудь или еще что-то. А я тоже такого не знаю. Поэтому игра довольно сложная. Но дети периодически вот ее достают, играют, как бы запоминают некоторые факты. И потом уже могут в нее играть свободно, потому что они просто запомнили. И ну, уже легче играть, они повторяют, иногда вспоминают. Есть вопросы, Миша, конечно, простые, Миша, но в основном очень сложные, даже вот в детских карточках. Делала на завтрак блинчики, опять же, у меня там все еще стоит это кислое молоко. Выходит, я делала на сыворотке, и я смешивала с обычным молотком. Молотком, господи, молоком. Конечно же, молоком. Вот, и получились вот такие блинчики. Сначала были дырявые, потом не очень дырявые, не очень красивые, иногда прилипали. Но нормально. У меня просто, если не на чистом молоке делаю, блины периодически прилипают к сковороде, поэтому я стараюсь в основном делать на молоке. Ну и компотик у нас. А еще там дедушка Сергеем сейчас строит, и дедушка сегодня пришел, принес дыньку. Второй раз дыньку мы пробуем, мы обе покупали не мы. Один раз мой брат, когда в гостях был с племянницей, с женой, они нам привозили дыньку, и вот второй раз дедушка принес. Мы дыни редко покупаем, потому что у нас дети вообще дыню не едят никто. Все говорят, не вкус, не нравится. Я с удовольствием ем, и Сергей с удовольствием ест дыни. Вот это попробовали, знаете, она по консистенции такая, прям вот как картофельное пюре. То есть дыня бывает хрустящая, а это мягкая-мягкая со всех сторон. Реально, как картофельное пюре. Я говорю, Никите, похоже на картошку. Он попробовал, говорит, действительно похоже на картошку, только на мягкую, уже отварено. На вкус очень сладкая, обычная вкусная дынька. Линза, у которой середина толще. Да. Увеличительная лупа. Увеличительное стекло, лупа. Как? Выпуклая. Выпуклая. Ну, лупа. Выпуклая лупа. Она не сразу сказать так. Вогнутая и выпуклая надо было сказать. Ну, ладно. Выпуклая. Давай. Видите? Не угадала, не дается мне. Вот эта вот штучка. Вот, вот такие вот штучки даются за правильные ответы. И когда полностью заполняется, значит, ты выиграл. Повтор броска. 4. 2, 3, 4 или 1, 2, 3, 4. Опять повторюсь.
А ты мог вот сюда вверх пойти. Два. Коза или козна? О, я на различие не хочу. Угу. А так нельзя. Нет, вот раз, два. Можно, да. Читай. Так, развлечение? Угу. Это фиолетовое? Розовое. Что называется именем мадам Тюссо? Французский ресторан, музей восковых фигур или салон красоты? Я знаю. Мадам Тюссо. Я тоже знаю. Один из немногих вопросов, которые я знаю. Мадам Тюссо. Французский ресторан, музей восковых фигур или салон красоты? Наверное, ресторан. Это музей восковых фигур, Никит. Восковых. Как правильно, восковых или восковых? Восковых. Блин. Да, да, вот. Капушка, либо... Ну, ты бы не угадал, значит. Три. Вот розовая. Раз, два, три. Сейчас еще одну игру достали. Называется... Да. Как, Никит, называется? Ёжик-потеряшка. Ёжик-потеряшка. А почему ёжик-потеряшка, если тут ёжика нет? На обложке. Какой обложке? А, ёжик-потеряшка. Интересно. В общем, это игра на внимательность. Достается карта из колоды. Вот эти вот пять карт лежат просто. Достается карта из колоды. И нужно проанализировать, кого здесь нет. Либо какого цвета нет, либо какого животного нет. Лягушка зеленая, здесь есть зеленый. Сова желтая, здесь есть сова. Лошадь белая, здесь есть лошадь, медведь коричневый, здесь нет ни коричневого, ни медведя, нужно хлопнуть по медведю. И кто быстрее это сделает, тот забирает себе карту. В итоге потом в конце подсчитывается количество карт, и кто-то победил, у кого их больше. Мы сейчас играли, Миша у нас победил, я на третьем месте, я самая невнимательная. Но тут еще есть один нюанс на картах. Чтобы так сильно не расслабляться и быстро не щелкать, если тут есть животное вот, полностью соответствующее картинке, вот, например, коричневый медведь, то нужно бить именно по медведю. То есть это вот дополнительная путаница, чтобы мозг не привыкал к тому, что нужно искать только лишнее. Вот. Интересная довольно игра, очень хорошие навыки развивает. Но мы в нее крайне редко играем. Вот, мне кажется, мы третий раз ее достали. Она у нас просто лежит. Не знаю, почему уж. Но она довольно хорошая. Я прям советую. Вот такой вот ежик-потеряшка. И вот у нас еще одна игра, тоже на память. Называется «Прятки-зверятки». Мам, я кое-что... В нее мы играли вообще только один раз. Но нам она просто показалась очень простой. 5+ написано. Это почти такая же игра. Да, это почти такая же только игра. Только надо вот такие же карточки найти. Я вспомнил. Угу. И это. И вот и взять его. Не взять, а показать на нем. Ну, показать ты не сможешь, а лучше взять, конечно, первым. Да. Я вспомнил. Мало. Это баба Света Степе подарила прятки-зверятки, а мне подарила прятки-зверятки, а Степе... Ёжика-потеряшку. Мне кажется, ёжика-потеряшку не баба Света дарила. Ну, не помню, не важно. Главное, что вот это похожая очень игра, но для возраста немножко поменьше. И здесь вот более красочно все. Ну-ка, давай, Ники, доставай. Надо найти того, кого нет. Это бобер. А нет. Бобер тут есть. Заяц. А нет. Блин. Это лиса, а нет, белка. Белка, да, Миша? Да. Белка, но перехватали всех. Давайте, если вы кого-то уже тронули, значит, вы не выиграли. Да. Тот, кто последний, значит, будет тот победил, так. Если вы перетрогаете всех. То есть сначала ищем, а потом берем. Это бобер. Угу. Вот, значит, Никита себе берет эту карту. И так в конце никому, считаем. Никому. Я уже достала. Это медведь. Бери. Кабан! Ну, берите кабана. Кто первый берет, тот молодец. Кабан! Кабан есть тут. Ёжик! Ёжик. Вот это бы ёжика-потеряшку назвали игру. Тоже а, нет. Лиса! Лисашку. Вот видите, я пока снимаю, даже не могу сосредоточиться. Это медведь. Все, мы доиграли. Считаем, кто победил.
три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, ты меня своими шуршаниями сбиваешь. Ничего страшного, ты Миш, еще раз посчитаешь. Ты же можешь еще раз посчитать? Могу. Ну, посчитай. Давай вместе посчитаем. Один, два. Давай. Нельзя мне помогать тебе? Нельзя. Ну, давай сам. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мам, что? У меня семь. Мне 15. О, Никита в этот раз победил. А в прошлый раз Миша победил. А теперь в какую? Можно еще раз ежика-потеряшку? А, нет, у меня 9, но все равно меньше, чем у вас. Мне в ежика-потеряшку больше понравилось играть. Это очень простая игра. Это все-таки вот на возраст 5-6 лет. В принципе, нам можно ее отнести в садик, например, к Мише или к Степе, чтобы они там играли. Так, пока мы тут играли, я сделала супчик с фрикадельками, с макарошками, как дети любят. Правда, фрикаделек очень мало было. Но это просто из фарша, который у меня вчера остался. Вышла я сейчас из дома, поеду за холофайбером, у меня закончился, и заберу заказ с Озон. Заказала на маленькую сумму, поэтому в пункт выдачи они домой привезли. Надо забрать, сегодня последний день. А я еще весь день вчера думала про этот холофайбер. И перед тем, как сесть на самолет, я думаю, так, надо приехать сразу холофайбер купить. В итоге я села на самолет, и там вот эти вот облака, может быть, обратили внимание, они как вот как рассыпанный холофайбер. Один в один, такие маленькие, аккуратные шарики в разных местах рассыпанные. Я говорю, у меня везде этот холофайбер теперь мерещится. Надо срочно его купить и забыть. У меня просто два котика уже вышитые лежат, но я не могу их набить, потому что у меня закончился холофайбер. Сейчас куплю, набью и, может быть, если сегодня отправлю, если сегодня успею, то отправлю сегодня, а если не успею, то тогда уже завтра отправлю. Первый раз создал заказ, получаю не в пункте выдачи, а вот в такой вот штуке. Получить по штрих-коду. Штрих-код сканер. Ну, где? Давай. Вот, поднесите, получите. Понятно. Кнопку не нажал, да? Ну, работает. Не работает. Ну. О, получилось. Так, тут у меня книжка для Миши. И у меня тут еще один заказ должен быть. Так, два заказа я получила, но теперь мне нужно их как-то распаковать, потому что в рюкзак такая огромная упаковка мне не влезет. Вот такие вот три книжки пришли. Это для Миши. Тренажер по развитию речи, чистописание. И вот такая у нас была для 5-6 лет, а теперь для 6-7 лет. Я прям в последнее время в этот магазин зачастила. Это у нас вот ткани, швейная фурнитура. Взяла сейчас здесь холофайбер. 120 рублей пакетик обычный такой, фасовочный. Сколько грамм неизвестно, но я взяла два пакетика, и они по весу 100% разные. Я обычно холофайбер покупаю на развес по килограмму. То есть беру 2 килограмма, мне надолго хватает. А сейчас везде по маленьким пакетикам продают. Есть тоже по килограмму, но нужно было заказывать, ехать в другой район. Мне неудобно. У нас на Красном, в Краснооктябрьском районе, не продают такие по килограммам. Можно заказать с Wildberries и с Озон, что я, в принципе, сейчас, наверное, сделаю, чтобы был запас. Я приехала домой, еще зашла в Магнит, купила немножко продуктов, круассаны. Никита очень просил ему вот эти вот магнитовские круассаны, он очень любит, хотел, сейчас будет рад. А еще заехала по пути в парикмахерскую и постриглась. Немного совсем концы обрезала, но зато так полегче, так поровнее, так поаккуратней. Да что ты гавкаешь? Что ты гавкаешь, маленькая? Давно я тебя не показывала, да? Просили показать. Вот, давай лапу. Все. Нет, лизать руки нельзя, лапу давай. Вот, с лапы все отлично. Никитка, смотри, что я купила. Довольный. Они разные только, там не было одинаковых. Разные взяла. С какао и с вареной сгущенкой. Я люблю с какао. Я купила два пакета вот такого вот холофайбера. 120 рублей стоит пакетик.
И хотела сейчас взвесить, потому что я чувствую, тут точно больше, чем вот в этом по весу, при этом прилично больше. Хотела просто взвесить и посмотреть, сколько достала весы, уронила в компот. Компот был вот так открытый, уронила в компот. И все, по-моему, у нас минус весы. Я их, конечно, сейчас все вытерла, протерла, батарейку вытащила, но они, короче, не работают. Они включились и сразу выключились. Сергей говорит, что это, скорее всего, было замыкание, и теперь, возможно, они работать вообще не будут. Больше не включается. Не знаю, сколько холофайбера купила, но мне было очень интересно, сколько весит пакетик за 120 рублей. Вот я даже примерно сказать не могу. Я просто не знаю, насколько хватит такого пакетика. Может быть, мне хватит на двух котов, а может быть, хватит на полтора кота. Короче, скорее всего, на двух и не хватит даже. Ладно. Смотрите, что у нас сегодня на ужин. Вот такая вот вкуснятина. Это пицца сегодня у нас с беконом. Обычно мы с куриным филе делаем, а сегодня у нас с беконом. И пахнет она беконом. И сыр, он как вкусно кипит. А там есть помидоры? Помидоры есть, как всегда. Иди руки мой. Помой. Миша спросил их про помидоры, потому что он помидоры не ест. Он из пиццы их вот так выбирает. Я забыла, Сергей, про это сказать, что нужно такой уголочек делать без помидоров для Миши специально. Но ничего, выберет. А вообще пицца в любом случае, помидоры должны быть. Я вообще считаю, что лучше пусть Миша привыкает их там есть. Миш, ты знаешь, что пицца обязательно должна содержать помидоры и сыр? Но бывает сырная пицца, она без помидоров. А все остальное, она с помидорами. Надо кушать. Ага. Будешь? Да. Я съем любую пиццу. Любую съешь? Ну, молодец. Вот такая вкуснотища, красотища. У нас теперь еще есть нож для пиццы. Поэтому нам еще и удобно ее резать. Мы две доски соединяем, чтобы пиццу положить. Нам нужна какая-нибудь большая деревянная доска. У нас есть деревянная, но она меньше, чем вот эта вот пицца. Вот такая нам нужна, как противень. Тесто вот такое вот дрожжевое, как Сергей показывал, как он делает. Вот такое тесто. Тонкое, да, дрожжевое тесто. С небольшим бортиком. На. Приятного аппетита. Спасибо. А у меня тут влог монтируется из поездки в Москву. И монтируется очень уже долго, сейчас 9:30 и только 59%. Потом его еще нужно на канал загрузить, это тоже довольно долго. Наверное, в ночь сегодня выйдет, но зато очень длинный, 50 минут. Про муравьишек спрашивали, как они тут поживают. Они тут отлично поживают, вон их как много. Степа их открыл, надо обратно закрыть. Как закрывать? Вот так. Раз и два. Муравьи вообще не очень любят обычный свет дневной, поэтому они закрыты. А сюда им нужно положить что-нибудь вкусненькое, типа курочки.